Всем привет! Сегодня у нас история от анонима. Сейчас я зачитаю письмо, дам свои комментарии. Вы тоже вправе это сделать. Если считаете, что такие видео полезны на моем канале, мне еще приятно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Чем популярнее видео вы сделаете, тем это прибавит роста моему каналу. Давайте приступим. Здравствуйте, Галина. Извините, что не в первый раз к вам обращаюсь, но хочется получить ваш очередной мудрый совет. Спасибо за то, что вы есть, за то, что помогаете людям. Если посчитаете нужным, сделайте, пожалуйста, разбор на канале. Дело в том, что среди разных мужчин, женатых и извращенцев в соцсетях и неудачных попыток знакомств, я наконец-то познакомилась с нормальным парнем. Не буду скрывать, что люблю восточных мужчин внешне, так как сама имею восточные корни. Ему 29 лет, как и мне. Он преподает турецкий язык в Сомали, в Африке, поэтому дома в Турции бывает 2 раза в год. Общение началось дружеское, очень интересное. Он очень много рассказывал о своей работе, о том, как сложно ему находиться вдали от семьи. Очень давно у него не было отношений с девушкой. Знакомы мы всего лишь 3 месяца. Первый месяц нашего знакомства пригласил меня на отдых в Грузию, на что я ответила отказом, так как мало знаю человека. Боюсь вот так сразу куда-то ехать, и тот факт, что он все оплатит, не важен для меня, а важнее моя безопасность. Здесь могу отметить, что у вас дело не в турке или в чем-то, у вас, в принципе, вот для себя там, да, на подкорочку запишите, отметьте, проблемы с безопасностью, сближением с мужчиной. Дело не в расстоянии, в турке и так далее. Он каждый день уговаривал меня, но я пока не готова. У меня есть 8-летняя дочь, я сразу сказала об этом и о том, что я разведена. В Инстаграм у меня остались некоторые семейные фотографии. Он попросил их удалить. Сказал, что ему неприятно смотреть. Смайлик. Несмотря на то, что он совсем мало меня знает. На Новый год он мне и моей дочери передал подарки в Россию через курьера. Очень приятный знак внимания. Парень воспитанный, вежливый. За 3 месяца ни одного пошлого намека или слова. Вот видите, опять вы начали письмо про мужиков-извращенцев. Я нашла нормальное. Вот тут опять для меня важно пошлого намека слова. Честно скажу, у вас про страх мужчин на какой-то сексуальной подоплеке здесь, да? Либо агрессия в этом плане к вам была оказана в вашей жизни, опыт неприятный, либо какое-то воздействие, либо давление. Он общается аккуратно, боясь сказать что-то не то. Но меня смущает факт, что он стал слишком настойчив, давит на меня и вечно куда-то торопит, пугает этим меня. Ведь все так хорошо начиналось, теперь он приглашает меня уже в Турцию, говорит, что позаботится о моих билетах и где мне остановиться, что у него будет отпуск в феврале и всего лишь 14 дней. А следующий у него будет только через 1,5 года, и нам нужно срочно успеть увидеться, потому что время идет, и переписываться долго он не хочет. Остановлюсь здесь. Спешка, если вас напрягает, видите, зона безопасности, он нарушает мою зону дозволенности, мою зону безопасности личной, да, перескакивать пытается. Вы говорите, а так все хорошо на расстоянии. Вы же не просто так на расстоянии парня нашли. Он безопасен для вас. Вообще, слово «опасность» от мужчин вас триггерит однозначно. И вас напрягает, что он торопит. Я бы, как психолог, сказала, я бы, да, обратила внимание, а что, какие, скажем так, подоплеки тут может быть, почему он пытается торопить. Если у человека какие-то проблемы, да, там, с агрессией или еще с чем-то, мы это все из наших предыдущих историй знаем, очень часто такие люди, чтобы их не раскусили, какие-то проблемные или абьюзеры, они быстро вступают в отношения, быстро на себе, там, условно, женят, делают предложения на таких девчонок, а потом она попадает, условно, в капкан определенные обстоятельств, там, визы, вся история, зависимое положение и попадает под абьюз. Я бы напряглась, если бы меня торопили. Но здесь мы смотрим, что у вас, в принципе, вы готовы годами общаться, у вас проблемы с безопасностью. И любое, в принципе, сближение не по вашей инициативе, ключевое сближение не по вашей инициативе, в чем проблема, оно вас напрягает. И сразу у вас поднимается тревожность, так что вот вы письмо пишете. Да? Я предложила ему приехать ко мне в Ростов, чтобы впервые встретиться в моем городе. А потом, если все будет хорошо, я приеду к нему в Турцию. На что он ответил, что нет времени делать ему визу, и ему трудно приехать в Россию. И нет на это время. Ну, слушайте, что бы вам тогда в какой-нибудь даже Грузии, в третьей стране-то не встретиться, раз у вас нет такого компромисса в Турции, вам то страшно. Вот, смотрите, вам все как бы страшно. Вам не страшно, что он только к вам приехал. Это к вам пунктик тоже, у вас это почему-то очень важно. Началось ежедневное давление, постоянные высказывания, обиды с его стороны, что я не еду к нему, что он уже не так молод.
Ему 29 лет, как бы, что он не молод. Ему нужно жениться или хотя бы отношения, и он не может общаться со мной годами, потому что вот драгоценное время уходит, и нужно встречаться в реальной жизни. Ну, в этом логика есть. Возможно, я думаю, он испытывает давление от своих родителей, от семьи, поэтому он, вы ему, может, понравились, качество, там, претензий к вам нет, потом пытается быстрее, чтобы вас не потерять вот это все. Но из-за давления общественности, семьи и так далее. Конечно, это хорошо, что человек не хочет виртуальных отношений, не пишет о любви, ничего не обещает, а хочет все в реальности. Но меня настораживает, что он заставляет меня и даже не задумывается, что возможно, у меня есть причины, почему я не могу приехать, и сам ко мне ехать не хочет. То есть не уважает вас, да, не берет во внимание ваши желания. Вот это минус, что ваши желания тоже должны учитываться, да, то есть он не чувствует вас, что у вас есть какая-то проблема с доверием, сближением, а как танк несется и подминает вас под себя. Знаете, у меня вообще возникает вопросик, давайте вообще еще его подальше подержим какое-то время, посмотрим, как он себя показывает, может, у него агрессия какая-то полезет. Ну окей, я еще не понимаю, зачем такая спешка. А еще он поставил мне условие, что если я не приеду в феврале, тогда он найдет себе другую девушку и не будет ждать меня до лета. Я сказала, что он может искать, кого хочет. Я его не держу и ждать меня не прошу, раз ему так важно срочно найти кого-то. Вот такое реальное впечатление, срочно найти. Такое впечатление, что у него страх одиночества и какая-то спешка. Не понимаю многоточие. У меня тоже такое сейчас ощущение. Или у него долго не было секса, что он так спешит увидеться. Я ему не раз говорила, что в первую встречу интимных отношений не будет. Для меня это неприемлемо. Возможно, он не поверил. Еще я объяснила ему, что подала документы на российский загранпаспорт. Так как я была гражданка Украины, теперь я живу в России. Смена документов займет время, поэтому я не могу пока никуда летать. Но его не остановило даже это. Каждый день продолжается вынос мозга. Здесь останавливаемся. Вам выносят мозг, а что дальше общаетесь? Ну перестаньте общаться. Что это мы терпим то, что нам не нравится? Это к вам вопросик. Не надо терпеть то, что вы не носите мозг. Ну не берите трубку, не отвечайте, скажите, будешь нормально общаться, условия-то ставьте. То вы так категорично, а вам нравится вот эта немножко заморочка, что вам внимание и давление оказывают, что вас, назовем так, добиваются. Еще в начале знакомства зашел разговор о том, что его родители могут смутить наличие моего ребенка и что я разведена. На что я ответила, чтобы он не тратил время на меня, если ему важно мнение его родителей. Вот видите, мнение родителей. Вот я ему говорю, кто давление оказывает, зачем это все это надо. Мне мой ребенок важнее любого мужика, и куда бы я ни поехала, моя дочь будет жить со мной, совершенно верно. Он извинился и сказал, что его это не смущает. Если у нас будут отношения, то самое главное – это его мнение, а не родители, так как с ними он жить не планирует. В общем, я не понимаю его намерения, его цель знакомства. Я хочу познакомиться лично, но пока боюсь. Я не понимаю, ему интересна я или ему важно быстро начать отношения, и не важно с кем. Что вы думаете, Галина, по этому поводу? Возможно, дело в моих страхах. Посоветуйте, пожалуйста, как быть. И еще дописка была. Извините, вам еще напишу маленькое дополнение к истории. Мы вчера переписывались с этим парнем. Он спросил, как отреагирует мой бывший муж на то, что я выйду замуж. Не заберет ли мою дочь к себе? Меня удивил этот вопрос. Я спросила, почему бывший муж должен лишать нашего ребенка матери. Он адекватный человек, и разговоров об этом никогда не было. Он ответил, вот если бы у меня был ребенок, и моя бывшая жена вышла замуж, тем более за иностранца, я бы забрала ребенка себе, а матери просто давал иногда водиться. Я была просто в шоке после этих слов. Я спросила, как ты можешь быть таким жестоким? Зачем у нормальной матери забирать ребенка? Ты ведь все детство ребенку испортишь, всю психику. Он говорит, это будет решать суд. Вот тогда, Галина, я и подумала, какой хороший парень в кавычках. После таких рассуждений даже видеть его перехотелось, так как такие вещи я сразу мотаю на ус. И еще сказала мне, если ты этого боишься, значит тебе не стоит выходить замуж за иностранца. Мой тебе совет, и вообще, я больше не буду тратить время и верить в нашу встречу, как в красивую мечту. На что я ответила, с катертью дорогу тебе, Мухаммед, спасибо, что честно говоришь свои мысли. Вот так вот из интеллигентного, воспитанного, романтичного учителя вылазит такой характер и рассуждение. Вот и думаю, что теперь не зря душа не лежала навстречу к нему. Надеюсь, я ничего себе не накрутила и правильно, что веду себя осторожно. Я немножко здесь подразумеваю, как понимаете, история закончилась. Ваше поведение в отношении ребенка на первом месте совершенно правильное, так и должно быть. Это вообще, вы молодец.
Хорошо, что вы не забили на себя и на ребенка в побеге за мужскими штанами, скажем так. То, что я вам раньше говорила уже в письме, сейчас я просто хочу подрезюмировать, просто про вас, про ваш характер, про вашу проблемку. У вас есть страх доверия. Возможно, вы подвергались физическому или сексуальному насилию со стороны мужчины в своей жизни, либо были свидетелем подобного, может, плохого отношения к вашей маме в детстве. И вы этого очень сильно боитесь. Это ваша стигма, это ваша проблема, это ваш страх. Благодаря этому вы выбираете себе дальних, недоступных, безопасных мужчин. Чем дальше и недоступнее, тем безопаснее, мне спокойнее, я понижаю свою тревожность. На самом деле, вам надо идти к психологу, если вы хотите по-другому как-то жить, я бы посоветовала, да, обратиться к психологу и просто разобраться в своем страхе, пережить его, прожить, проговорить. Это не такая долгая история на самом деле. И посмотреть, как ваша жизнь по-другому пойдет, как вы по-другому будете смотреть на мужчин. Просто в таком страхе вы очень долго будете искать, и не то, что долго искать останется, но нет. Вы найдете себе абьюзера. Вы попадете в эти вы встретитесь со своим страхом, когда вы найдете для себя, вроде бы я везде, как сказать, вот эта история просто пример, да, вроде бы я его там на расстоянии держала, на встречу не шла, вот что-то я в нем чувствовала, вы в нем агрессоры чувствовали, я же сказала, что тут не то, когда так торопят события, очень боятся, что их раскусят, это как очень часто садисты так поступают, да, они не могут долго сдерживать свою агрессию, быть милыми паиньками и так далее, и поэтому они как можно быстрее давят, быстрее отношения, что начинались, не дают, скажем так, жертве своей очухаться, быстрее бы в абьюз ее втащить. Так вот, смотрите, вы наткнулись на такого идеального паиньку. 29 лет только чуваку, алло, а он уже вон что высказывает, да? И вы в конце-то письма и написали, как вылазит из воспитанного, романтичного, интеллигентного учителя вот такой характер и рассуждения довольно-таки грубые. Вот вам оно, что в нем на самом деле сидит. То есть вы-то все равно видите, этого мужчину притянули. Из чего я, как психолог, могу сделать такое, ну, подметочку, да, вывод какой-то, что, скорее всего, вы лично вы подвергались вот этому насилию, и этот круг надо разворачивать, да, прерывать эту историю. Понимаете, вот так трястись мужиков, проверять всю жизнь, замучаетесь. Когда-то хочется расслабиться и довериться, правильно? А вы потенциально в них доверия не видите. Это не дело, это тяжело просто. Найти такого идеального, который прям к себе расположил, это очень трудно, потому что все люди всегда, все всего боятся, и в большинстве случаев все всегда, да, барьер какой-то, преграду держат, не сразу открываются, не сразу доверие, это нужно время. А с вами это время очень сильно растягивается. И даже если парень может быть таким доверительным, безопасным, ему все равно он будет тратить очень много времени, чтобы до вас, скажем так, вашу дверцу нарыть, вообще приоткрыть ваше сердце, вашу душу. Проверьте тоже, кому это нужно будет. Сами подумайте, вот так заморачиваться, годами там не встречаться и вся прочая история. Ну, я условно годами, я просто для примера, да? Поэтому вам надо со своей проблемкой разобраться. Проблемка — это страх мужчин, 100%. Либо воздействие, либо какое-то насилие было и тому подобное. В общем, это, я хочу что сказать, это все решаемо, ничего там страшного нет, поверьте, это проблема каждой второй женщины. Это вопрос доверия, он очень актуален у нас в обществе. Что вы думаете, напишите комментарии, рекомендации этой девушке. История уже закончилась, может, вы хотите ее поддержать или поделиться своим мнением на эту тему, что вы думаете про доверие мужчине. Я считаю, что она делала все, в принципе, правильно, молодец. Если вам нужна моя консультация как психолога, в инфобоксе под видео всегда есть моя почта, пишите письмо с темой «Консультация». А если вам нужно также, как вот анониму, прислать свою историю для видео такого разбора, без консультации публичного, то, пожалуйста, просто историю от анонима прислайте, ваша история. Спасибо за внимание, всем пока!